Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Железный Десант. Опа. По фулочке у нас прокачан Мунисай, получается. Так, здесь у нас что? Так, одну очку есть, да, которую мы можем потратить. Давай, наверное, увеличивать запас здоровья зданий. Почему бы и нет? Так, здесь у нас пройдите 3 спецоперации, убейте 200 темных империев, уничтожьте 100 единиц бронетехники. 100 единиц бронетехники, зашибись. Уничтожить надо, просят. А здесь у нас по нолям, поэтому я приобрету, наверное, вот этого. Пригодится для чего-нибудь. И вот так вот возьмем. Ну что, я готов. Обнаружив на орбите планеты флот РАД, Федерация отправила туда своих лучших кораблей. Это все звездные крейсеры 5-го ранга, уцелевшие в результате множества войн. Мы угодили в ловушку. На планете располагается артефакт РАД, который дает им невиданное тактическое преимущество. Мы отправим элитный отряд, задача которого как можно быстрее найти и уничтожить контрольный центр РАД. Поспешите, наши корабли в опасности. Так, уничтожьте контрольный центр РАД, координирующий атаки. То есть очередная, ребята, битва, да? Очередной поиск базы и, соответственно, его уничтожение. Окей, нам не привыкать. Наш лот вступил в бой. Нужно спешить, у нас преимущество. Какое у нас, блин, преимущество? Только что сказали, что... Это что такое? Воу! Вот тебе и преимущество. Мы только что потеряли корабль. Времени осталось совсем мало. Ну, я понял твой намек. Сделаем тогда вот так. Вот такая вот у нас будет типа армии. А это еще кто такой? Так, я понял, здесь нам делать нечего. Только наверх, да? Ну, пойдем. Ну вот, ребята. Мунисай, разберись ты с ним быстрее, это ё-моё. И с базой, и с этим, со всеми. Подожди, а в чем прикол? Я зашел просто в тупик. Сюда, что ли, идти надо было? Ну, пойдем. Так, все равно надо было уничтожить, я понял. Одну базу мы, так сказать, уничтожили. Это что еще такое? Идет там, клепает. Так, первый из наших кораблей уничтожен. В плане. Так, подожди, откуда вот эти-то берутся? Я же вроде как бы уничтожил. Уйди, 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 уйди. Отхиливайся. Так, ну здесь тупик, здесь ничего нету. Как ты достанешь, а? Руби его нафиг. Он наступает и вот эти вот штуки ставит. Так, пойдем, Мунисай, посмотрим, что у нас тут. А это что такое? Технолодж. И никого нету. Так, один из наших кораблей получил серьезный урон. Да какой?
Где-то наши корабли, что ли, уничтожаются по ходу дела, да, я так понимаю? Мы должны успеть их спасти. Сейчас я восстановлю радар этот. Давай, уничтожать это все. И вот это тоже уничтожь, пожалуйста. Ага. Так, мне пока не хватает энергии. Что это такое? Еще один корабль уничтожен. Быстрее. Давай, 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 Мунисей, бомби. Так, пойдем. Да ты подойди в ближнем-то бою, ну... Так, базу. Захватывать не можем? Не можем. А, нет, можем. Так, это все понятно, что мы захватываем. Биобласт. А, вон у них там что еще стоит-то. Унисай, давай на этом, на ускорении вали. Так и чего? Есть, ну неужели? Победа? И вот это вот надо было мне сделать. Я-то там думал, блин, что-то супер эпичное, корабли спасать, а нам нужно было базу эту уничтожить. Ну что же, хорошо. Предположим. Они полетели, ох ты, сюда. Такая планета, как будто ее разорвало. Раз, два, три, три планеты. Технических очков мы получили аж две штуки. Что очень радует. Увеличит количество здоровья, которое техника сама восполняет. Это бред, мне кажется. А вот это что такое? Увеличивает на 10% область действия урона по области бойцов и техники. Сокращает время перезарядки способности. Ну давай вот это возьмем. Вооружение с полоской здоровья появляется на поле боя с закрытым временным щитом. Давай возьмем. Временным щитом. Так, ребят, скоро будет босс у нас. Софос очнулся от транса, а ему было видение о тьме, распространяющейся во вселенной... В жутком силуэте, скрытом в ней. Он сообщил, что ключ к истоку тьмы находится в осколках памяти, на останках планеты Империя. После взрыва Империи, то, что от нее осталось, окутано космической радиацией и населено тварями из пустоты. Софос считает, что сумеет защитить нас от радиации, если мы возьмем его с собой. На то, что осталось от планеты. Нужно спешить, если видение Софоса станет реальностью, вселенной будет грозить опасность страшнее Рад. Помогите Софосу разобраться в событиях на Империи. Окей, попробуем разобраться. Блин, наверное, нам придется с ним рядышком идти. А мы знаем прекрасно, что этот Софос еле двигается. То есть, соответственно, нам придется его еще и защищать. Так, так. Боль
Я скорбь моего народа, я чувствую их. Мы знали, что это будет непростое задание. Понимаю, нам нужно поспешить и найти осколки памяти. Ну, понятно, тут минимальная помощь, которая... Ну, давай возьмем, наверное, летающего и... волшебницу. Ну, как всегда, да, я о чем говорил, что он еле ходит, штаны наложил. Еле идет. И не забывай, что щит, нам нужно... постоянно, наверное, по щитам под этим быть. Чтобы нас радиация эта какая-то тут не уничтожила. О которой была речь. Отправьте Софоса к осколку, чтобы узнать, что произошло. Ну давай, Софос. Смотри. А в этот момент мы должны защищать, я понял. Так, это что тут такое еще? Долго ты, парень, медитируешь? Долго? Ну чё? Так. Я был на фестивале, когда в небе появились корабли РАД. И тогда все потемнело. Пусть эта рука же тебе путь, мой старый друг. Все, ты узнал, что хотел? Двигаемся дальше. Так, найдите следующий осколок памяти и узнайте, что он типа содержит. Так, нам, наверное, скорее всего, сюда надо идти. Правильно, надеюсь, идем-то, что-то у нас тут как-то. We never. Так, вот он, сколько следующий. Подходим. А. Да. Да ты ж. Я хочу вот этого взять отдельно. Так вот будем стоять. Опа. Со всех сторон. Но это нечестно. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Моего робота взорвали. Моего меха. Защитные системы планеты активны. Никто не сумеет пройти незамеченным. Превосходно. Теперь мы тоже можем отправиться на фестиваль. Опа. Отправились на фестиваль. Так это была не случайность? Блин, меха у меня уничтожили, а. О. Дай-ка я, наверное, возьму еще одну волшебницу. It's our destiny. Это что еще? А что случилось-то? Вы до нее можете достать? Давай-давай, родные мои, бомбите по ней. Есть. Так, теперь будем стоять, ребята, ждать отхил. Сколько этих осколков? Так, вот интересно, куда нам идти, наверх или сюда? Warriors with me.
Ага, это просто я в круговую обошел. Зашибись. А вот и осколок. Так, Софос, иди сюда. Это, наверное, будет... Нет, не последний. Так, пускай они тут с ними разбираются. Манисей здесь что прикроет? Ну, блин. Наказал, отлично. Все. Это, кстати, последний был осколок. Защитные системы Империи рухнули. Продолжай. Хм. Предатель, но кто и зачем? Найдите последний осколок. И вы узнаете все. Так, тут у нас статуя какая-то, куда нам только надо идти? Так, здесь тупик. Да подожди ты! Да вы издеваетесь, что ли, ё-моё, блин? Можем и просто карту, блин, перелистать, а не... О, нет. А где наши щиты, блин? Извините меня. Зашибись. Нормально? Так, а что случилось-то? Подожди, а где мой щит-то? Эй! Зашибись. Нормально. А где мой щит-то от радиации? Так, ну что, вот у нас, найдите последний осколок. Пойдем его найдем. Так, вот здесь же, по-моему, это пакость будет. Кстати, знаешь, почему у нас не получилось? Вот, ребята, смотри, из-за чего. Бомбим ее, у нас щиты. Ну вы что делаете-то, ё-моё? Да уничтожайте вы эту пакость, блин. Все. Пойдем. Пока щиты на месте, ребята, у нас. Как только щит упадет, все, мы от этого и погибнем, от этой радиации. Встаем здесь и ждем. А где у меня... Ты куда улетел-то, дурила? Так, волшебницы все-таки получается чуть ли не один из топ, да, здесь? Так, темный убийца. Так ты будешь убивать эту пакость-то? Ошибись, всех моих поубивали. Да куда ты? Да не ты мне нужен, блин. Так, последний осколок мы активировали. Ну и чего? Ты отлично справился. Теперь благодаря пустоте Империи возвысятся. Вот твои награды, как я и обещал.
Отправляйся на эту планету и жди дальнейших указаний. Я спрятал его на тысячелетия, пока не обрел силу, которой хватит, чтобы покорить вашу галактику. А теперь, мой вестник, пришло время следующей фазы нашего плана. Фазы нашего плана. Поверить не могу, что это устроил выходец из нашего народа. Я отправлю вам текущие координаты вестника. Остановите его, пока не стало слишком поздно. Так, а нам что, еще куда-то надо идти? А, нет, все, победа. Победушка. То есть, получается, сейчас будет, ну, через два уровня развязка, получается. Насколько я могу понимать. Ага, вот как раз про эту планету он и говорил. Там что-то происходит. Что-то нечистое. А у нас, друзья мои, босс будет. Я думаю, что мы, наверное, на сегодня закончим, да? А в следующей серии, наверное, уже допройдем эту игру. Как раз будет босс, потом... промежуточная миссия и еще один босс. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.